Нет, это кощунство пирог не забирать. Кощунство там, кощунство. Майнинг с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на новое видео Джон Брейна. И он выпускает их еще быстрее, чем выпускал. Как ты это делаешь? И называется оно «Что будет, если зайти в комнату на ремонте?» Да, это Undertale, наш любименький. Погнали смотреть. Комнату с ремонтом. Окей. Комната на ремонте. Дверь заперта, но ключ может быть у Тори. Интересно, что ж там в комнате. Ну, во-первых, тут комната чары, как я понимаю. Ну, не чары, а азия. What the fuck? Какой маленький ключик, однако. Мне кажется, этот ключ не очень удобно класть, например, себе в карман. Но у нее получилось. У него, у нее. О, оно. Неплохая тут стенка, однако. В смысле? Поздравляем, вы нашли секретный проход к концу игры. Это как в Марио было в свое время, да? Если правильно все прыгнуть, то можно... Можно было пройти к этим трубопроводам и перейти на много уровней вперед. Рофл. На самом деле это секретный проход не к концу игры, а секретный проход к Асгору. Стаки они еще немножко мутят. Think about it. Ты добрался сюда так быстро, дитя? Вот это спидран тупо. Что ж, мне очень жаль, но если ты хочешь так сразу покинуть подземелье... То сначала тебе придется помочь мне полить цветы. Ладно. Come on, man. Тупо, когда боишься лейки, у тебя просто страх лейки. Это всего лишь страшный сон. Не может быть, чтобы у Асгора была настоящая лейка. Но вы все еще хотите разгадать тайну запертой двери. Окей. Нет, это кощунство пирог не забирать. Кощунство там, кощунство. Я супа сломаю дверь, чекайте. Воу. Трагично. Эта комната словно переполнена грустью и разочарованием. Зачем ты зашел сюда? Что ты ожидал увидеть? Детскую площадку? Есть вещи, о которых нельзя знать маленьким детям. И мне придется наказать тебя за непослушание. Тори перерождает дорогу. Окей, это обычная пощада. Изи. Вы пытаетесь поговорить с Ториэль, но она не любит крыжовник. Вот, не люблю крыжовник. Гениальный разговор, это общение на уровне не знаю чего. Делать глубокий вдох. Превратить в пиво? Эми, ёж твою медь, ты опять набухалась вдрызг. Испортил своим пивом такую трагическую сцену. А что если там скажет, что у него есть еще два пиваса? Тогда уже и можно. Дай сюда Пен, я покажу, как надо развлекаться. Ох ты ё. Ох. Бенни Хиллз, да, если не ошибаюсь. Уже тут все, сейчас будет еще больше народа. Тупо по квадрату гоняют, пацаны. Не весело. Окей. М?
Ну да, им действительно весело. У меня челюха съехала. Несите новую челюсть. А, вы уже закончили придуриваться? Придется переснять сцену. Окей. Нет, ты второй раз забыть пирог. Нет, за что ты так? Фреск. Так тоже работает. Тут тупо ебать. А вот и фрисик. Фрисик. Шо? Опять? Шо опять? И вот как Фриск узнал, почему подземелье столько закрытых дверей. А вы чего ожидали? Монстры тоже люди? Забавно. Туалет. Нормально тут тусит. Вообще это небольшой туалет. Да, кекус. Туалет-тейл. Конец. What the fuck? Ну ладно, это забавно. Это забавно. Ребята, вы сами все видели. Это забавно. Блин, на самом деле, опять же, как же быстро начинает делать Джон Брейн. На самом деле, это со мной очень много занимает времени. Это все равно очень забавно. Он наркоманский, как обычно, как вы любите. Потому что наркомания-то весело, знаете. Иногда хочется отключить мозг и посмотреть, что это просто веселое, да. Это в этом плане прям идеально подходит. Потому что иногда просто вот... Тут я пересмотрел кучу познавательных видосов, пересмотрел кучу всяких каналов. Топлес, Утопии, да, вот всякие поп-каналы, трэш-смеш посмотрел, посчитал книги, да, по какому-то, не знаю, программировании. И тут такой, блин, хочу подеградировать, да. Ну вот, ну ладно, не подеградировать, просто поразвлекаться. Иногда и отдыхать тоже надо, я считаю, что это вполне круто, вполне забавно, и по факту это безобидно. Поэтому я поддерживаю подобное творчество. Надеюсь, Джон Брейн будет и дальше продолжать и радовать нас данными видосиками. Может, в будущем придумать что-то еще и новое. Это было бы забавно, потому что у него творческого потенциала хоть отбавляй, как говорится. Отбавляй, но не закончится. Ребята, опять же, ссылка на оригинал в описании. Если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на всех в этом мире. Ставьте лайкосы, пишите комментарии, какой я мудак. И как заколебала вас реклама XBET и мои реакции. Это уже классика моих комментариев. И да, знаете что, будьте молодцами. А я сейчас пойду отдыхать. Прям такой. Ладно, пойду монтирую на самом деле. Все, всем удачи, всем пока. Пяу.